Всем привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду обустраивать аэропорт Тока-Бока. Перед началом ставьте лайк, подписывайтесь, ну а мы начинаем. Я хочу его обустроить в оранжевом домике лофт, потому что там самые большие комнаты. А как мы знаем, аэропорт достаточно большой. Наверное, вот эту самую большую комнату я обустрою, как будто это самолет. Но на самом деле в локации аэропорт в Тока-Бока такое тоже есть. Конечно, у меня будет все не так реалистично, как там, но все-таки я попытаюсь. Мне кажется, обои тут будут лишними, кстати. Так что мы можем сделать просто вот такой вот самолет. Вот, отлично. Белый самолет. Ну, мне кажется, такие точно бывают. Ух, ну и теперь, наверное, самое сложное — это выбрать кресло. Ну, может быть, что-то вот такое. Как вам такие стульчики? Эконом-класс, что поделать? По 3 стульчика в каждом ряду. Ну, как в обычном самолете. Оп, кто-то у окна даже сел. И теперь еще один ряд. Он будет состоять из VIP-мест. Так что давайте выберем VIP-кресло. Вот они. Вот это вот то, что надо, да, VIP-места, я бы на таких пролетела. Для стюардесс нам нужно что-то. Ну, во-первых, какие-нибудь ящички. Может быть, какие-нибудь небольшие столики поставить, если здесь есть прям маленькие. Вот, вот такая тележка 100% нужна, на ней будет еда. Как вам вот такой вот холодильничек с разными напитками? Поставим вот здесь, даже два. Но все-таки пассажиров у нас много. Окей, дальше. Какой-нибудь холодильник. Вот такой, наверное, больше всего подойдет. Ну и полки для багажа. Их нужно тоже как-нибудь сделать. Я думаю, что только вот так. Ящики я подвину, потому что там у нас находятся полки для багажа. Шкафчики перемещаем в другое место. Вот, отлично. Тут есть вот такие небольшие столики. Я думаю, поставить их в бизнес-класс. Пусть это будет что-то типа кондиционера. Все-таки нужно поддерживать прохладу на борту. Вот, два таких вот. Ну, свет я примерно понимаю, какой. Нам нужно что-то типа вот такого обязательно. Вот такие штуки на полу. Давайте их разложим. И еще одна. Вот такие тоже можно добавить. Они на стену. Кстати, сигнализация тоже хорошая штука. Есть что-то вот такое. Думаю, это тоже можно поставить. Сразу ставим какие-то рюкзачки. Чемоданчик. Это все-таки ручная кладь. Тут не должно быть таких прям больших сумок. Но вот рюкзачки, чемоданчики, маленькие, большие, это нормально. Теперь давайте вот в этот вот ящик уберем еду. Ну, соусы пусть будут. Готовить на борту мы не сможем. Поэтому надо сразу же что-то сделать. Ну, молоко, напитки. Детское питание, вермишель. Вот как вам такое, давайте сделаем. Для разных людей разное. Вот у нас будут макароны с курицей, паста такая. И паста еще вот такая вот. Но если кто-то не любит пасту, мы ему сделаем бутерброд с сыром. Все, отлично, готово, ящик заполнен. У нас же еще тут холодильник, почему мы его не наполнили? Здесь десерты будут какие-то. Ну, если добавить еще какие-нибудь книжечки, будет вообще супер. Допустим, это какие-то журнальчики. Ну а что, на борту всегда хочется что-то почитать. Ну а теперь давайте приступать, будем обустраивать сам аэропорт. Мы пока обустроили только самолет. Обои. Какие обои бывают в аэропорту? Мне кажется, что вот эти просто обычные. Да, пол. Здесь что, вот такой, кстати. Ну да, в принципе, неплохой. Здесь мы тоже все окрасим в один цвет. Что мы сделаем здесь? Нам нужно сделать какую-нибудь штуку, чтобы проверять багаж. Я пока не знаю, как я это буду делать. Там стоит телевизор, на котором видно, что же там внутри чемодана. Поставим какой-то такой компьютер. Знаете что, поставим велодорожку. Также там стоят ящички, так что мы их поставим тоже. Чемоданы разные пусть будут. Ну, еще сидит тетенька какая-нибудь, вот где-нибудь здесь, которая следит за этим всем. Поставим ей стол, стул поставим. И еще один компьютер для нее. Включаем. Вот, будет просто вот так вот сканировать. Конечно же, камеры. Пусть здесь будут эти ящички. Дальше какой-нибудь диванчик сюда бы.
Ладно, пусть будет вот этот диванчик. И на нем уже будут упаковывать разные вещи, если вдруг что-то не собрали, не успели. Ну, бывает такое. Да, мы еще сделаем такую полку. Хорошо, вот, например, мы прошли досмотр. Нам нужно идти на стойку регистрации, которая будет где-нибудь здесь. Там их чаще всего много. Вот такие вот. Пусть будут две у нас. Над ними висят телевизоры, на которых высвечивается, куда летим. И еще мы поставим стулья. Кстати, надо что-то придумать, потому что там тоже все застеклено. Я помню, что в прошлый раз с банком я делала вот так вот. Я брала, ставила сюда, и все. Ну да, мне кажется, похоже. Кстати, кто еще не смотрел, как я обустраиваю банк, то обязательно посмотрите. Вот, в принципе, все. Еще можно поставить разные паспорта, которые я возьму уже в реальном аэропорту, потому что у меня их сейчас здесь нету. И здесь еще, кстати, отправляется багаж в самолет, так что мы тоже ставим велодорожку. А, она не ставится. Почему? Вот, все, теперь двигаем. И теперь можно здесь отправлять багаж. Отлично, стойки регистрации готовы. Может быть, добавить какие-нибудь бумаги? Ну да, я думаю, что стоит это сделать. Вот, документы и ручку какую-нибудь. Это фломастер, ну не суть. Супер, тут мы все проверили, прошли регистрацию, нам дали билеты. Мы заходим вот сюда, это зона ожидания. Нам нужно здесь поставить креслица тоже. Кстати, как вам вот такие? Мне кажется, достаточно удобные. Можно одну, например. Здесь будет VIP-зона. Мягкие креслица. Столик какой-нибудь небольшой. Отлично. Пусть это будет какой-нибудь небольшой ресторанчик, кафе. Оп, вот так. Туда стул. И холодильничек какой-то, наверное, да, нужен. Ага, и также мы поставим вот этот вот аппарат с едой. И еще вот такой вот. Пусть будет здесь. Мы наверняка изменим сейчас кресло, стулья. Пусть вот такие вот будут яйца. Вот, как вам? Мне нравится. Теперь какой-нибудь свет надо бы поставить. Мне нравятся вот эти лампы. Красота. Тоже ставим разные чемоданчики сюда. Совсем нет цветов. Поставим цветы. И вот, в принципе, все. Нам осталось добавить сюда какие-нибудь напитки, я думаю. Вода. Ладно, вот милкшейк, кофе, чай, такой вот Hello Kitty, детское питание, молоко, сок. Открываем следующую створку. А здесь будет мороженое, тортики, кофе, кофе. Закрываем. Готово. Теперь кассовый аппарат. Вот он. Отлично. Наше мини-кафе готово. Для того, чтобы покушать, если вы ждете рейс. Отлично. Мне, кстати, нравится. Довольно мило. И мне что-то не очень нравится вот эта вот комната. Она какая-то странная у нас получилась. Я думаю, поставить сюда вот эти вот ящики. Да, это было хорошее решение. Сразу так уютно, наверное, стало как-то. Телевизор нужен наверняка, чтобы диктовать правила, что можно носить в багаже, что нельзя, потому что часто такие висят. Теперь нам нужно съездить в аэропорт за билетами и за паспортами. Отлично. Кстати, вот они, ящички, что я мучилась, можно было бы просто их отсюда вот взять. Ну, кстати, такую вот дорожку я попыталась повторить, мне не получилось. Вот наши билетики, забираем их. Я так посмотрела, и мне кажется, что у меня получилось очень даже похоже. Осталось забрать вот эти вот ящики, и все. Ну, кстати, мне мои ящики тоже очень нравятся. Паспорта кладем, билеты. Вот, отлично. Эти ящики пусть тоже здесь стоят. Ну, мне нравятся все варианты, поэтому оставим. Ну что ж, давайте собираться тогда и отправляться на отдых. Как раз все вам продемонстрирую. Нужна какая-нибудь стюардесса, я думаю. Здесь пусть сидит Нолик у нас. Нолик решил поработать в аэропорту. Отлично. София прекрасная. И МакГонагал. МакГонагал у нас будет работать стюардессой. Видимо, в Хогвартсе платят мало. Она решила уйти оттуда. Вот, вот, отлично. Всех посадили на рабочие места. Берем чемоданчик. Оп, спускаемся в наш аэропорт. Просвечиваем багаж. И меня тоже, кстати. Вот я аж вспотела от волнения. Вдруг я что-то не так сделала. Ничего запрещенного не показывается вроде бы у Нолика. Он там по камерам еще смотрит. Просвечиваем. Все отлично. Идем теперь на регистрацию. Вот паспорт мой. Давайте его положим в чемодан. И билет, спасибо. Идемте. Вот, можно здесь посидеть, подождать. Давайте купим что-нибудь. Билет пока положим сюда. Куплю себе пончик и захожу что-нибудь в кафе.
Вкуснота. Мне очень понравилось, но мне уже нужно спешить на рейс. Идемте. Оп. У меня вид места, ребята. Кладем мой чемоданчик. Отлично. Сидим, балдеем. И давайте попросим еще соку мне. Ну что ж, ребята, я полетела на отдых из своего самодельного аэропорта. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а с вами была Алиса Че. Всем пока-пока!